Первым крупным заказом, полученным Рубенсом в Антверпене, стала большая картина «Поклонение пастухов» для зала антверпенской ратуши. Это был дебют художника в родном городе. Как и многие его ранние произведения, полотно было отмечено сильным влиянием итальянского искусства. Светотеневые контрасты, характерные для произведений Микеланджело де Караваджо, Рубенс довольно часто привносил в свои работы на религиозные и мифологические сюжеты, написанные в этот период. Своим композиционным и колористическим построением «Поклонение пастухов» с некоторыми дополнениями достаточно точно повторяет картину Кареджо «Ночь». Однажды французский художник Делакруа по этому поводу заметил, что Рубенс обладал даром вбирать в себя все чужое. Он был переполнен величайшими образцами, но следовал тому началу, которое носил в самом себе. Переосмысление итальянского опыта очень заметно в произведении живописца с религиозными сюжетами. Работая над заказами церкви, мастер никогда не чувствовал себя стесненным рамками канонов. Сверху мы видим ангелочков, которые беззаботно парят. Внизу изображены пастухи, а также сама Дева Мария. Она склонилась над яслями, в которых мирно спит Христос. Крестьянские типажи невероятно своеобразны, освещение особое. Кажется, Рубенс нарочито выхватывает фигуры из темноты. Рубенсу удается создавать максимально живые образы. Он берет евангельский сюжет, но при этом герои его картины максимально живы. В этом творении преобладают коричневые тона. Центральные фигуры художник выделяет с помощью ярких нарядов. Синий, красный и белый, словно выхвачены художником из тьмы, специально для того, чтобы создать определенные акценты. Каждый мазок кисти Рубенса невероятно объемен, его полотно невероятно одухотворено, оно наполнено жизнерадостным настроением и особым восприятием мира художника. Рубенс – настоящий мастер, который сумел несколько уйти от религиозности сюжета. Его полотно хочется рассматривать до бесконечности. Каждая деталь здесь важна. С помощью нее художник создает особый колорит. Зритель ощущает особую радость художника. Он становится свидетелем невероятно трогательной сцены. Поделиться своими чувствами он хочет со всеми нами.